Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам о правилах обеспечения безопасности кошек в новогодние праздники. Новый год уже совсем скоро, люди вовсю готовятся к празднику, украшают дома, составляют меню, приглашают гостей. Однако в это праздничное время важно не забывать о своих домашних питомцах. Для кошки празднование Нового года может оказаться не таким радостным, как для ее владельца, ведь в это время животное подстерегает множество опасностей. Поэтому важно позаботиться о комфорте питомца. Итак, представляем вам основные правила обеспечения безопасности кошек в новогодние праздники. Новогодняя елка, как искусственная, так и настоящая, может быть очень опасной для здоровья кошки. Обычно питомцы проявляют огромный интерес к елке, пробуют на зуб ветки, пытаются залезть на дерево как можно выше. Чтобы кошка не навредила себе при игре с елкой, надежно закрепите или привяжите дерево. Так вы обеспечите максимальную устойчивость елки. Если есть возможность, то лучше всего соорудить вокруг дерева ограждение. Не оставляйте электрические гирлянды без присмотра. Кошки – большие любители попробовать провода на зуб, а это опасно для животных. Повесьте гирлянды в недоступном для мяукающего месте или замаскируйте их. Не развешивайте новогодние украшения, такие как дождик, мишура или серпантин, в доступном для кошки месте, иначе питомец непременно захочет поиграть с ними и может съесть их. Это очень опасно, так как, попадая в организм животного, эти украшения зачастую приводят к гибели питомца. В период новогодних праздников не забывайте о том, что нельзя кормить кошку пищей со стола. Человеческая еда может быть очень опасна для здоровья животного. У питомца должен быть свой рацион, которого необходимо строго придерживаться. Если вы хотите побаловать кошку в честь праздника, купите ей специальные лакомства в зоомагазине. Обеспечьте кошке отдельное пространство на период праздников, где ее никто не будет беспокоить. Большое количество гостей, желающих поиграть с вашим питомцем, может стать причиной стресса у животного. Громкие голоса, незнакомые запахи, уж тем более крепкие объятия могут негативно сказаться на эмоциональном и физическом состоянии мяукающего. Поэтому лучше всего оставить кошку в закрытой комнате с необходимыми ей вещами, такими как лоток, игрушки, лежак, еда и вода. Позаботьтесь о том, чтобы в период новогодних праздников кошка не пострадала от громких звуков фейерверков. Шум салюта, так же как и вспышки света, могут очень сильно напугать животное. Поэтому проследите, чтобы в комнате, где будет обитать питомец в период новогодних праздников, окна и шторы были плотно закрыты. Таковы основные правила обеспечения безопасности кошки в новогодние праздники. Помните о них, и тогда ваш питомец может провести праздничное время с комфортом. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!